Дождь тренировкам не помеха. Воспитанники центра «Норд» готовятся к большому спортивному событию. В Новом Уренгое состоится финал чемпионата Уральского федерального округа по мотокроссу. Он пройдет с 9 по 11 августа. Конкуренцию новоуренгойцам составят лучшие гонщики Большого Урала. Наши спортсмены готовились к этому испытанию все лето, ездили на сборы и перенимали опыт у лучших ямальских тренеров. Времени до старта осталось совсем немного, поэтому мотоциклисты усиленно тренируются. И дождливая погода в подготовке не помеха. Продолжение темы в сюжете. Пока старшие товарищи облачаются в экипировку, 4-летний Влад наматывает круги на площадке «Норда». Это его трасса на лето 2019. Для него путь в мотокросс только начинается, со временем придет и уверенность. А пока более опытные гонщики присматривают за дебютантом и подбадривают его. Для спортсменов «Норда» наступила финишная прямая в подготовке к завершающей гонке первенства Уральского федерального округа. Позади два этапа соревнований и сборы. Теперь все решит финал. Он будет непростым. Конкурентов много будет, потому что приедут самые сильные гонщики, в принципе, Уральского федерального округа. А Уральский федеральный округ является самым сильным, как бы, округом по мотокроссу. Вот. У нас будет проходить финал первенства. Финал первенства, получается, Уральского федерального округа. Это будут принимать спортсмены участие от 5 до 18 лет. Перед выездом на трассу обязательная разминка. Мотоцикл нужно крепко держать на ухабистой дистанции. Для этого разогрев необходим не только двигателю, но и гонщику. Когда мышцы приходят в тонус, можно отправляться в заезд. Пока еще не все спортсмены «Норда» вернулись из отпусков, поэтому тренировка проходит на маленькой трассе. Но и тут есть где развернуться в буквальном смысле слова. Это кажется, что трассу преодолеть просто. В движении по кругу и прыжках с мотоцикла во время тренировки есть свой смысл. Так спортсмены учатся контролировать работу двигателя. Это поможет им при падении. Тогда не нужно будет терять драгоценные секунды для запуска мотора и продолжения погони за лидером. Эта тренировка выпала на дождливую погоду, так даже лучше, хоть и не легче. Возможно, в день гонки на трассе тоже будет мокро, и к этому спортсменам нужно быть готовыми. Самое сложное – это песочная трасса. Когда ее, бывает, поливают, ну, чтобы не было пыли, она становится еще тяжелее. Такая грязная, и колесо буксует. Пока старшие товарищи оттачивают мастерство, 4-летний Влад только наблюдает за ними. Его время покорять песчаную трассу еще не пришло. Победы впереди. Главное, юный мотокроссмен уже мыслит по-чемпионски. А тебе больше нравится с трансформерами играть или все-таки на мотоцикле кататься? На мотоцикле кататься. А почему нравится кататься? Что больше всего нравится? Выигрывать призы. Финал большой уральской гонки начнется 9 августа. К этому времени боевой состав команды центра «Норд» вернется в строй. А трасса всех расставит по своим местам. Павел Прожогин, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».